Так, хочу вам еще показать отличный сервис, который вам понадобится для коммуникации внутри команд. Называется он apr.in. И как им пользоваться? Вообще очень просто. Вы заходите по этой ссылке. Дальше вы создаете название комнаты. Например, хакатон, там, не знаю, 15, 14. Все. Мы нажимаем кнопку Create New Room. И у вас создается новая комната для проведения непосредственно этого мероприятия. Все. То есть у вас есть возможность включить видео, звук, там, использовать там, всякие стикеры там разные. Вот. Можно показать экран. То есть все, там мы вот делимся уже с самим экраном. И все это очень удобно и ускоряет вас очень-очень сильно. Для того, чтобы поделиться этой ссылкой на комнату, то есть вы нажимаете кнопочку здесь, вот copy link, и у вас все копируется уже эта ссылка на саму комнату для проведения мероприятия, для встречи. Если вы не хотите, чтобы в эту комнату кто-либо еще заходил, нажимаете здесь лог, все, по этой ссылке больше в вашу комнату попасть никто не может. Если вы захотите, допустим, сохранить вот эту вот ссылку, да, там хакатон 14, например, то вы нажимаете кнопочку claim, и вам нужно будет просто зарегистрироваться, и тогда эта комната будет непосредственно ваша. Ограничение здесь, единственное ограничение, это по количеству участников, 8 человек одновременно может общаться. Ну, для небольших команд, в принципе, больше и не нужно. Поэтому все, берите, используйте, и вам это очень пригодится.